Протоиерей Андрей Логвинов. Лазарь. У Христа был друг его, Лазарь. Стал тот Лазарь смертельно болен, а Христос не спешил на помощь. Как-то странно промедлил он. И пришел, когда тот уже умер, и четвертый день был во гробе, и уже был изъеден тлением. Но Христос возле гроба встал и воскликнул, как власть имущий, и воскликнул: «Лазаре, выйди!» Так воскликнул, что ад разверзся. Лазарь вышел живым на свет. Точно так же народ наш русский, сербский, греческий или грузинский, так вот весь народ православный, точно Лазарь, друг для Христа. А уже нам готовы гвозди, и уже нас в гроб загоняют, и уже нас похоронили, и давно заколочен гроб. Молим мы, а Господь все медлит. Молим мы, а Господь все медлит. Молим мы, а Господь все медлит. Не спешит к нам на помощь Он. Даже если нас в гроб загонят, даже если нас заколотят, даже если нас закопают, все равно к нам Христос придет и воскликнет: «Русским на выход!» И воскликнет: «Сербы на выход!» Так воскликнет, что будет Пасха, свет какой еще не видал.